На заседании правительства Магаданской области губернатор региона Сергей Носов рассказал об очень плохой новости, которая касается всех жителей Колымы. Уже через 2 недели наш регион может накрыть цунами коронавируса. На основании построенной отечественными учеными математической модели прогнозируется заболевание в первый месяц распространения штамма омикрон до 10 тысяч человек. Это сопоставимо с числом всех заболевших коронавирусом в Магаданской области за весь прошлый год. У нас нет такого количества мест вообще. Значит, мы в целом здравоохранение можем не найти. Но заболеваний больше всего подвержены. Или в основном заболевают те, кто не вакцинировался. Это был их выбор, желание. Вакцинация у нас добровольная и так далее. Как сообщил глава территории, новый штамм коронавируса «Омикрон» дает среди общей массы заболевших около 20% случаев средней и тяжелой форм течения заболевания. Но из-за огромного числа заболевших это может привести к коллапсу системы здравоохранения региона, так как такого количества коек в медучреждениях просто нет. Единственный выход – вакцинация.